если мне интересно. Почувствовал вкус моря, да? Мы сделаем из тебя моряка. Теперь пора возвращаться. Старик с меня шкуру сдерет, если я тебя задержу. Пол паруса! Пол паруса! На всех парусах! Развернуть все паруса! Стреляют. Сбавить ход! Пол паруса! Мы портим собственность короны, мешаем королю спать. Выбирай! Что нам делать? Придется отбиваться! Вот от них надо! Давайте подгоняйте! Рано! Мы готовы, сэр! Стоять! Огонь! Английский фрегат! Чтоб меня, еще один! Откуда, черт подери, он взялся? Берегись! По сигналу! По сигналу! Бортовой зал! Таванты, убрать паруса! Полная остановка! Я готов, сэр! Побереги! Вниз! Вниз! Бортовой зал!
Противный ветер! Надо менять курс! Они все у меня. Дашь то, что мне нужно, я отдам их тебе. И все. У тебя есть корабль. Можешь все найти. Кто это такой? Этот? Старый волк вечно что-то бормочет про письма капитана Кида. Чушь, но он безобиден. Так что я его не трогаю. Хочешь поговорить с ним? Но он такой болтун, что уши вянут. Аквила будет ждать тебя. Мы будем тут, когда заскучаешь по открытому морю. А теперь лучше поднимайся на холм, пока старик не спустился сам преподать мне урок. Недели. И даже не попрощался перед уходом. Прости. Ну? Чего ж ты ждешь? Надень-ка.
Когда-то в таких случаях проводили особый обряд. Но мы оба не очень-то их жалуем, верно? У тебя есть оружие, есть навыки и цель. А теперь и титул. Добро пожаловать в братство, Коннор. Возвращением. В кои-то веки у нас тут для разнообразия хорошие новости. Да? Я нашел источник энергии, и он относительно близко. Сгоняешь на Манхэттен? А это не опасно? Абстерго наверняка нас ищет. Конечно, опасно. Но нельзя же сидеть тут и надеяться, что пронесет. Нам нужна энергия, и потом... Ты же придумаешь, как нас замаскировать? Может. У тамплиеров есть доступ к следящим спутникам и камерам. Я попробую скрыть нашу цифровую подпись. И фургон я, возможно, тоже замаскирую. А вот как спрятать нас самих? Это просто. Местные службы уверяют граждан в своей готовности защитить население от всплеска солнечной активности. Перебои в энергоснабжении будут сведены к минимуму. Знали бы они. Что это? Это камера-передатчик. Так мы будем следить за тобой на задании. А так будем разговаривать. Мы почти на месте. Объект в офисном пентхаусе в Нижнем Манхэттене. В это время суток прямое проникновение тебя выдаст. Думаю, лучше забросить тебя сверху. Сверху это как? Проверка. Раз, два, три. Есть. Слышу тебя. Теперь можешь врубать камеру. Картинка есть. Запускаю проверку.